Продолжая тему осенних заготовок, кунгурские спасатели предупреждают владельцев овощных ям и погребов об осторожности при прослушке помещений для складирования овощей и погребов. Сотрудники рекомендуют сообщать информацию в службу 112 и не испытывать судьбу, напоминая, что любой дым – это смертельное, опасное для дыхания вещество. Разница лишь в его химическом составе. Среди самых безобидных способов просушки погреба кунгурские спасатели рекомендуют сушку механическим способом. Он заключается в обработке помещения ветошью, наполнение погреба сухой стружкой и газетами. Также среди наиболее действенных методов особо выделяют сушку погреба тепловым вентилятором. Однако самым распространенным способом подготовки погребов и овощных ям по-прежнему остается один из самых опасных – разведение огня. Чтобы все прошло без последствий, спасатели настоятельно рекомендуют разводить пламя в тазу и ни в коем случае не спускаться вниз самим. Иначе легко можно потерять сознание из-за кислородного голодания, а это может привести к летальному исходу, ведь порой достаточно несколько вдохов дыма.